Ой, я только сейчас заметил, у нас у всех аватарки лица каких-то людей. Это плохо. Ага. Почему Blender стал так популярен? Потому что Blender. Ну, что-то особенность недавнего времени прям вообще. Ну, до этого было все известно, но вот сейчас прям что-то. Это такая штука, чтобы унитазы чинить. Эй, да, я хуйню просто тыкаю какую-то. Не понимаю как. Это вот, блин, да как раз гайд по блендеру. Я просто такую хуйню какую-то, я не знаю, как разбираться. Что? Я прошел! Короче, 6 минут, блядь, отключить пальцы. Наш 60-й экстрим. Ничего себе. Знаешь, что это значит? Пора открывать шампанское. Пора открывать. Чудо-юдо. Гроб. Пора открывать гроб и умирать спокойно. Можно наконец-то лечь спать. Впервые за столько лет у меня больше 1000 попыток. Сколько в этом блендере уже сидишь?